Всем привет! Вы на канале Чипитосиков, и сегодня нам пришла идея поиграть в супер экстремальные прятки. Так как я буду прятаться сегодня, я еще никогда не пряталась. Как высоко, ребята. Все. Мне страшно, очень страшно. Ну а я надеюсь, что я останусь цела и невредима до конца ролика. Ты прижимала мне мизинец, Камила. Чипитосики, объясняю правила. Я прячусь, вы меня ищете. И я вам обещаю, я буду прятаться так, что у вас против меня шансов не будет. А если я выиграю, то целую неделю в 6 часов утра Камила будет гулять с вами. Здравствуйте, я тут при чем? Договорились? Ребят, на самом деле мы будем вести счет, а если Арианка проигрывает и Чипитосики все-таки ее находят, я даю ей супер трэшовое задание, про которое она даже не догадывается. Ну что, поехали! Я начну с самого простого и буду идти по возрастающей. Сначала спрячусь в ванной комнате, оставлю Чипитосам маленькую щелочку. Погнали! Чипитосики искать! Откройте, это подарки от Эльдорадо. Ура, Чипитосики меня нашли. Я радуюсь, я что-то проиграю. Сейчас будет сложнее. Вы видите эту коробку. Меня. Понимаете, к чему это я? Мамочки. Надо теперь сдвинуться чутка в середину. Во, неплохо получается. Норма? Кто помнит эту коробку, пишите в комментариях, откуда она. Правильный ответ буду лайкать. Чипитосики искать. Ну что, следующая локация? Мой чемодан. Не знаю, как я в него залезу, но попробуем. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Так, все, открываем. Море так хочется. Камил, поможешь мне залезть? Давай. Мне куда? Лучше сюда, наверное, да? Да, там тебе будет больно. Ну да, прям по позвоночнику. Ау. Так, тебе надо сюда попой, туда головой. Ай, ай. Ай. Так? Так, ложись. Ай. Если меня будет сейчас водить, я тебя позову, если я что. Говорю, ой, подожди. Да, все, все нормально. Мне не надо. Все, я помог. Ой, порядок. Давай тут побыстрее. А ты мизинец! Ты прижимала мне мизинец, Камила! Так, сойдет! Нормально! Дай руку!
Чепитосики искать! Все, сейчас они меня точно не найдут. Я вам покажу экстремальные прятки. Так. Блин, очень страшно, ребята. Как высоко, ребята. Мне страшно, очень страшно. Так, подождите, как мне залезть теперь? Мамочки, мамочки, боже мой. Фу. Так, Вань, тебе придется лестницу убрать. Уберешь? Уберу, куда это будет? Чепитосики искать! Кушать хотите? Можно кушать. Она нашла! Она в зеркале тебя видела! А, она в зеркале меня увидела! Она в зеркале тебя увидела! Ой, Чапа увидела меня в зеркале! Все, нашли, молодцы, чепитосики мои маленькие! Молодцы! Блин, это что ж я опять проиграла? Вот это поворот! А в следующем раунде Ариана решила схитрить. А теперь самое сложное. Я прятаться не буду. Зато Камила спрячет от чепитосиков телефон, который сейчас держит в руках. Ребята, оставляю телефон с Арианкой здесь на кресле. Сама убегаю, она будет звать чепитосиков. Чепитосики, ко мне! Ариан, ну это проигрышем попахивает. Кошмар. Нашли их хозяев. Молодцы, чепитосики. Ариан, ну ты проиграл тогда. Ну блин, значит, это что получается? Я задание выполняю, как-то. Получается, что так. Спасибо, Вань. Обращайся. Ну что, чепитосики все-таки тебя обыграли, они тебя нашли. Поэтому сейчас ты узнаешь, какое задание я тебе приготовила. Ну что, готова? Раз, два, три. А перед тем, как узнать, что за задание, не забудь подписаться и поставить лайк. Два, три. Тебе нужно искупаться в самой грязной речке. Что? Блин, ну что ты? Блин, вот вы врунишки все. Они сказали, что я буду есть перец. Жизнь вообще несправедлива. Ну что, погнали. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Второй заход. Прохладно. Все, я пошла. Папа намочил это.
это считается, что я нарушила? Нет! Ладно, нет. Ну что, Камил, я не ожидала от тебя такого жесткого задания, но ничего, я отыграюсь, следующее задание будет тебе. Ну посмотрим. Ребята, спасибо большое, что смотрите наше видео. Подписывайтесь на наш канал, лайкайте видео, ставьте колокольчик и от чепитосиков всем. Пока-пока!